Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Слово депутату». В студії працює Катерина Тригубова. І сьогодні в прямому ефірі у нас слово має народний депутат України Олександр Жолобецький. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Олександр Олександрович, вся страна з замиранням серця, не преувеличиваю, дійсно, кілька місяців наблюдала за тими процесами, які йдуть в Верховному Совєті, які йшли в Кабінеті міністрів. Наконець-то, в принципі, якийсь ітог вже ми отримали. З яким серцем ви голосували за кандидатуру Володимира Гройсмана? Які надіжди, як політик, ви зв'язуєте з цим політиком, з цим руководителем Кабінету міністрів новим? Поверьте, что я лично без каких-либо колебаний голосовал за кандидатуру Владимира Борисовича Гройсмана как за премьер-министра Украины. И для этого у меня есть огромное количество оснований. И, скажем так, я этого человека знаю не только, когда он был главой Верховной Рады, но еще с тех времен, когда этот человек возглавлял как мэр город Винницу. С назначением этого человека я связываю огромные надежды на то, что в нашей стране наконец-то будут положительные сдвиги, и для этого у него есть сегодня все возможности и полномочия. Если брать вообще возраст нашего премьер-министра, то за всю историю Украины ему сегодня 38 лет, и это самый молодой премьер-министр за всю историю нашей Украины. Если брать, я с ним разговаривал не только когда, вот во время назначения, но и до того, когда он был главой Верховной Рады, и буквально у нас состоялась такая беседа дней 10 назад. И разговаривали о том, какие первые шаги он собирается сделать, и вообще его планы, вот если он тогда еще был кандидатом в премьер-министре, сегодня это уже действующий премьер-министр, так вот разговаривая с кандидатом, я услышал то, что, наверное, жду не только я, а то, что ждут, наверное, все люди Украины. И свои одни из основных первоочередных задач, которые он собирается сделать, я думаю, это очень правильно, а именно, это... Мы разговаривали о том состоянии, в котором сегодня находятся практически все учителя. Это низкая заработная плата и огромная ответственность. Казалось бы, такой благодарный, да, вот такая благодарная профессия, такой благодарный труд, но за те копейки, которые они сегодня получают, прожить практически невозможно. И поэтому, что он пообещал, что обязательно будет повышено, я думаю, это повышение будет практически на 100% всех учителей. Если брать учителей еще в городе, то они изыскивают, если можно так сказать, возможности, это репетиторство, это подготовка, может быть, какие-то проводят уроки, то брать учителей сельской местности, то кроме зарплаты, которая там до 2000, больше дохода у этих людей нет. И, безусловно, они в первую очередь нуждаются в повышении. Я уверен, что именно так и произойдет. Одно из направлений это Гройсмана, это изменение полностью Налогового кодекса Украины. И не только изменения. Вы знаете, мы каждый год пытаемся внести какие-то изменения, но нужно проголосовать за тот Налоговый кодекс. И он говорит... Мы соберем самое лучшее и внесем как бы мораторий на то, чтобы минимум 5 лет больше не было никаких изменений в налоговом кодексе. Что это даст? Это даст спокойствие предпринимателям, это даст спокойствие бизнесу и самое главное, на мой взгляд, это даст благоприятный инвестиционный климат на тех инвесторов, которые сегодня смотрят на Украину и готовы вкладывать в нашу страну. Потому что сегодня, когда тот же потенциальный инвестор смотрит на то, что происходит, безусловно, желание вкладывать деньги мало у кого сегодня появляется. Мы сегодня в парламенте, не сегодня, скажем так, на протяжении последнего времени, постоянный такой, если знаете, можно, могу применить даже такое слово, своеобразный шантаж. Вот если не проголосуем за этот законопроект, ну, который, то не получим очередной транш. Если не проголосуем за бюджет, то не получим следующий там миллиард или два. Я с уважением отношусь ко всем нашим международным партнерам и донорам в том числе, но я убежден, что без поднятия собственной экономики и без нормального инвестиционного климата будущего у нашей страны нет.
Мы, если хотите, может быть, не самый удачный сленг, но подсели на эту иглу МВФ, и вот с месяца в месяц ждем очередной транш. А, собственно, экономика не запускается. Поэтому, приняв вот новый налоговый кодекс и наложив мораторий, я уверен, что тогда и бизнес воспрянет, и начнут создаваться, самое главное, это новые рабочие места, а также рост заработной платы. Еще очень важно, да, по дорогам, потому что Владимир Гройсман тоже высказал новое видение этого вопроса, решение его. И есть решение, у него видение, что нужно сделать дорогами. Если брать Николаевскую область, то я думаю, что не открою секрет о том катастрофическом состоянии дорог, в котором находится как город Николаев, так и Николаевская область. И мы были все свидетелями, например, более месяца продолжалась забастовка, и была перекрыта трасса Н-11. И люди были доведены до отчаяния, вышли, перекрыли дорогу в основном это большегрузному транспорту, ну а потом также пропускали, конечно, легковой, скорой и так далее. Но тем не менее люди месяц прожили на улице, потому что не видели выхода из ситуации. И, кстати, они готовы, если ничего не изменится в этой отрасли, то повторить эту акцию уже не только на этой трассе, но и на других направлениях. Сегодня... А премьер-министр, вот что он по этому поводу думает? У него есть свое видение? Давайте озвучим. Да, премьер-министр разговаривал как с премьер-министром, так и буквально вчера я разговаривал с новым министром инфраструктуры Амельяном Владимиром Владимировичем. И видение такое, мы обязательно должны вернуться к закону о дорожном фонде, который, к моему большому сожалению, был провален 2 недели назад. Из-за голосования этого законопроекта не хватило всего лишь 3 голоса. А именно, чтобы все-таки создать дорожный фонд, который будет наполняться именно, этот фонд будет наполняться в чем изюминка? В том, что эти деньги будут консолидироваться только в этом фонде и будут направлены именно только на ремонт, реконструкцию и строительство новых дорог. То есть это будет закреплено и никаких вот других каких-то маневров невозможно будет сегодня, с этими деньгами сделать? Сегодня что происходит? Сегодня иногда и зачастую финансирование дорог, к большому сожалению, происходит по остаточному принципу. Сначала там деньги тратятся там на защищенные статьи, на всякие другие мероприятия, и потом вот что осталось, то на дороге. Поэтому, как и следствие, это сегодня то состояние дорог, в которых находится, мне ближе всего и болит, безусловно, это Николаев и Николаевская область, но поверьте, что в таком состоянии находятся и другие области Украины. Да, в принципе, по статистике 97% украинских дорог, они практически в таком же состоянии, как и в Николаевской области. И мы туда входим, и это достаточно печально. Действительно, ситуация угрожающая с дорогами, и кроме того, что премьер-министр имеет новое видение вот решения этого вопроса, да, вы также и депутаты от Николаевщины не сидите сложа руки, а активно работаете над тем, чтобы ситуация, в принципе, да, то, что в вашей возможности, это в нашей Николаевской области, стало все-таки лучше. И я имею в виду, что одним из шагов по улучшению ситуации это была разработка законопроекта номер 4214-1 о присоединении, да, Николаевской области к эксперименту по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Вот такое серьезное название. Давайте немножечко об этом законопроекте. Это ваше детище. Что сейчас с ним происходит? Вот на данный момент он был в марте зарегистрирован. Большая работа была проведена по тому, чтобы депутаты его поддержали, когда будет голосование. На сегодня какая ситуация? Значит, действительно, 16 марта я зарегистрировал законопроект 4214-1, и не только я, к этому законопроекту присоединились все народные депутаты от группы Николаевщина, потому что эта проблема беспокоит, безусловно, в первую очередь всех народных депутатов, представленных от Николаевской области. Я его не регистрировал до того момента, пока не проговорил практически со всеми фракциями и не получил поддержку. Что происходит сегодня? Этот законопроект, он уже внесен в повестку дня сессии. И
После этого законопроекта был еще зарегистрирован другой законопроект, а именно мы обсуждали это с председателем бюджетного комитета, именно Павелко Андреем, потому что после нашего законопроекта начали регистрироваться другие, которые регистрируют другие депутаты, которые тоже заинтересованы в таком же законопроекте по другим областям. И мы нашли компромисс, скажем так. Поэтому группой депутатов, большинством депутатов бюджетного комитета сегодня зарегистрирован альтернативный законопроект, который этот эксперимент, они хотят в этом законопроекте распространить не только на не только на те четыре области, которые уже есть, а именно это Черновицкая, Волынская, Львовская и Одесская, а также город Киев, но и всю Украину. Эксперимент заключается в том, непосредственно в том, что все платежи, которые получают региональные таможни, а именно от перевыполнения плана, 50% от перевыполнения плана идет именно на ремонт и реконструкцию дорог. Поэтому мы вышли на компромисс. Я очень надеюсь и приложу к этому все усилия, чтобы в следующий четверг этот законопроект был в повестке дня пленарной недели. И там есть свои нюансы, обязательно, чтобы он был в первой половине дня, потому что, чтобы получить максимальное количество голосов. Чтобы все были на месте. Тем не менее, мы подключились группой Николаевщина к законопроекту 4214 без -1, а именно вся Украина. И оставили в повестке дня свой законопроект на тот случай, если вдруг не будет проголосован законопроект, который распространит этот эксперимент на все области Украины, тогда мы будем убеждать зал все-таки проголосовать за Николаевскую область, за город Николаев и Николаевскую область. Но я очень верю, что все-таки будет проголосован законопроект по всей Украине, к которому мы также присоединились как авторы. Подписанты. Будем ждать, будем надеяться и будем верить в то, что действительно либо большой законопроект придет, и вся Украина присоединится к этому эксперименту, либо наша Николаевская область обязательно, тем более, что у нас хорошие шансы, да, вот по мнению руководителей нашей таможни. По статистике, цифрам, там, да, за два первых месяца этого года есть перевыполнение таможенных платежей более 55%. Если брать по кварталу, если закон будет проголосован, то мы в течение квартала сможем получить дополнительно около 60 миллионов гривен. А поверьте, что это достаточно немалая сумма, которая позволит нам исправить ситуацию. Потому что кроме направления Н-11, если брать Снегиревское направление, если брать Кировоградское направление, то дороги сегодня являются иногда не только непроездными, но зачастую и непроходимыми. И если не получить дополнительное финансирование, то поверьте, что ситуация не изменится. Но я убежден, что все будет хорошо, и мы сможем в этом году уже ремонтировать и где-то строить новые дороги. Ну, будем верить и будем ждать следующего четверга. Просто сегодня, вот уже, я даже скажу, через сколько времени, через 20 минут, состоится очень интересное и действительно значимое для нашей области, для нашего города событие. Опять же, идея этого проекта принадлежит вам, вот, бразды правления. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Что будет? А называется он, сейчас заинтригую, «Эстафета единения и милосердия». Пожалуйста. Да, это была наша идея, и мы сегодня вот через 20 минут начинаем этот проект. Хочу начать, наверное, с другого, что в Николаеве, в Николаевской области у нас живет более 100 национальностей. И на протяжении всех десятилетий мы живем практически, не то что практически, мы живем как одна семья. И когда, ну, дружная семья, это не только когда мы разделяем какие-то праздники и хорошие поводы. Дружная семья, это когда у кого случилась беда, то должны все объединиться и помочь. Суть этого мероприятия, это то, что я взял под свою опеку всех детей, отцы которых погибли в АТО. На своем округе. Сегодня это на моем округе, в который входит центральный район города Николаева и Жовтневый район Николаевской области. И цель этого проекта первая – помочь
этим детям, чтобы уделить им максимальное внимание как в материальном плане, так и вообще, вот, может быть, в тех нуждах, которые сегодня нуждается семья. И хочу призвать всех народных депутатов, которые представлены от Николаевской области, чтобы они переняли эту эстафету. И тогда все дети будут окружены вниманием и заботой как всего города Николаева, так и Николаевской области. Поэтому сегодня мы даем старт этому проекту. Хочу призвать, еще раз повторю, всех нардепов, чтобы эту инициативу переняли. И хочу, вот пользуясь случаем, поблагодарить тех людей, которые сегодня откликнулись. Это и бизнесмены, это и конгресс азербайджанцев. В частности, в первую очередь откликнулся это Аладдин Магирамов, за которое ему большое спасибо. И также организатор этого мероприятия, это и Виктория Викторовна Москаленко, это и Маргарита Сапожникова, и это и Анна Ивановна Король, которые также являются вдохновителями этого сегодняшнего мероприятия. Замечательное мероприятие, и действительно присоединиться может каждый, не только народные депутаты, не только областные депутаты или городские депутаты, а каждый из нас, потому что действительно вклад каждого – это большой и весомый, потом получается очень большое, хорошее, благородное дело. Поэтому… Если кто близко живет от областной государственной администрации, от областного совета, в большом зале в 15 часов можно поприсутствовать, можно понять, посмотреть, что это такое, в чем заключается действительно важность и нужность этого проекта, познакомиться с людьми, которые его разрабатывали, познакомиться с людьми, которые будут участниками этого проекта, и, возможно, у вас появится идея, как можно помочь и как можно присоединиться, потому что проект на долгое время, не только на сегодня. Следующим, если еще два слова, если мы уже говорим о этом проекте, следующим этапом мы хотим не только вот дети погибших, но и взять под свою опеку тех воинов, которые возвращаются непосредственно с зоны АТО, и вот тех раненых, которые нуждаются в лечении и именно реабилитации, то мы также... Это будет следующий этап, хотим взять под свою опеку, и самые вот семьи малообеспеченные, нуждающиеся будут постоянно находиться под нашей опекой и помощью. Спасибо большое за человеческое отношение, потому что, дорогие телезрители, вы, наверное, со мной согласитесь, что всегда ожидаешь от руководителя большого ранга, да, человечности, потому что человек, когда уходит куда-то немножечко дальше, чем все остальные, то иногда меняется, иногда меняется. Спасибо за то, что это не произошло, и будем действительно вместе помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Буквально 30 секунд осталось у нас. Что еще можно сказать? Ну, я хочу сказать, что... У меня сегодня, вот вернуться к вашему первому вопросу, это все-таки огромная внутренняя уверенность в том, что в нашей стране в самое ближайшее время будут именно положительные изменения. Люди сегодня не ждут, вот знаете, завтра, вернее еще вчера, они понимают, в каком состоянии находится страна, поэтому если будут даже небольшие, но систематические изменения в лучшую сторону, поверьте, что тогда люди повернутся лицом к власти, и я уверен, что... Мы этим вот победим все вместе. Нужно объединиться для того, чтобы правительство оправдало надежды всех наших граждан, а мы, в свою очередь, как народные депутаты, принимали законы, направленные в первую очередь на благосостояние всех наших жителей Украины. Спасибо за интересный разговор, спасибо за то, что были в нашей студии, приходите к нам еще. Спасибо вам, дорогие мои друзья, за то, что вы остаетесь с нами, с телеканалом Николаев. Пусть так будет и дальше, пусть будет это продолжаться, а мы будем работать для вас, и вы навсегда останетесь нашими друзьями. Я прощаюсь с вами, до следующей встречи на телеканале Николаев.